И завершила конкурсный день еще одна дебютная работа. В центре сюжета фильма «Зимний путь» Сергея Тарамаева и Любови Львовой – студент консерватории. Он готовится к конкурсу, на котором должен исполнить вокальный цикл Шуберта «Зимний путь». 3 дня подготовки станут решающими в его жизни. О внутренних конфликтах своих персонажей нам рассказали исполнители главных ролей в картине. Когда просыпаешься с утра и не хочется вставать, но ты встаешь, идешь. И встречая каждого человека, ты хочешь его убить. Ну, прям вот желание такое. И вот в борьбе с этим желанием строится конфликт всего персонажа. Сука, ничего себе там нет. Это была абсолютно такая изматывающая картина, очень сложная для меня, когда как раз приходилось быть абсолютно честным, вот, потому что у меня был очень честный партнер Женя Ткачук, вот, у нас очень честный оператор Миша Кричман и честный сценарий, и поэтому прикрываться чем-то, какими-то своими наработками, которые есть уже в профессии, было бы неправильно. И поэтому вот вытаскивать из себя вот это вот непросто, это происходит не каждый день, но в этом прелесть профессии. А в рамках программы «Юбилей» состоялся показ.